вторая начинается. Угу. Гарик решил поиздеваться. Он же говорил, от 3 до 5 секунд. Я говорю, он вообще решил поиздеваться. Призы хорошие. Заработать. Вот что там хватает. О, ну Гарри сейчас стартанул хоть получше, чем в прошлый раз. Ну тогда. А малые вообще впереди идут. Малые эти, которые скоростные. А в первую гонку кто выиграл? Марлин, потому что скоростная, и Дорадо. А что тут? Дорадо вообще гоночная. А это Гильгио, которая вон там. Здесь они на лосе, да? Живут. Что-то они сюда вот приплыли. Хотя от гонок отказалась. Тоже такая выглядит солидная. Ну, ей больше 30 лет, ее просто реставрацию ей сделали недавно, в том году, по-моему. А малые какими пришли в первую гонку? Что? Малые какими пришли в первую гонку? Ой, в эту первую малой пришел. Так. Они все шансы они у них есть? Так, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть их, да? Ага. Малой пришел четвертым. И Гарик. Гарик, значит, Гарик пятый. А Гарик догнал таких? Да. Нормально. Уже стартовал долго. Так они все долго. Не, ну Гарик самый последний выходил. Они уже там были на половине пути, а Гарик только... Нет, красная последняя выходила. Она в камышах запуталась. Ага. Зайчик, сначала согрейся, а потом тебе разрешу. Тубарев на сёрфе слился вообще, по ветру ушел, не вернется. Вот им надо было стартовать тоже тогда же, когда только с Ревенгвистской выходили. Uh-huh. Вот если вместе они стартанули, эти, допустим, ту сторону, а эти здесь. И вот еще ветер был хоть какой-то. Не, ну сейчас там тоже как бывает, он рядом. Ну, это... Вот вчера хороший день был. Да, всех пораскидало. Отличный день. Отлично. Да.